На улице нельзя. Слышь, 5 секунд не прошло. Смысле, прошло, типа... прошло. Если да это 10 прошло? Секунд, не с тебе первый разум. Что ты обалдел? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Магический Чай, Куёко, Пико, Чебузаврик. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Приятного аппетита всем. Если теперь кушайте, приятного аппетита. А я сегодня буду бешеным хэдкрабом, а пацаны будут спасать свои задницы. Кто проигрывает, тоже берет хэдкраба и мочит вместе со мной. Погнали. Кто останется последний, сможет использовать любое оружие. Даже не админский пистолет нельзя. Ладно, пошутил. Хотел сказать, любое. И ядерные бомбы тоже нельзя. Эй, ты что, парь, делаешь? О, он ломать? О, я не знал, что можно ломать, если прыгаешь на табуретке. Ну, стой. Дима, да можно ладно? Я табуретки ломаю. Так, на этой карте разрушается примет. Это очень круто, поэтому вас ждет разрушение. В конце будет все поломано. Так, двери нельзя ломать. Было бы круто, если бы еще двери ломать. Мужики, что вы тут? Кто-то пробежал. Сейчас мы засаду сделаем. Давай, пошел. Давай, так, не надо засаду, так, Дима. Так, мы так, хорошие. Так, так. Я растишка, я тебе могу дать растишку. Так, от хитрый. Сейчас мы сделаем засаду. Я Дима, же профи. Тебе... Дим, тебе дать растишку? Мне не надо, засунь себе ее в одно место. Ой, не надо. О, тут похоже челик на тебя нарисованный, Куёко. Ребята, поставьте лайк, если похоже на Куёко. Очень похоже на тебя. Где? Такой же кончик. Ой, нормальный человек. А? Конечно. А? Ой. Я вокруг побегу, я в обход пойду. Есть, блин. Да как? Ах ты тварь, блин, еще чуть-чуть. Беги. Куёко, это ты был или нет? Это был я. Блин, ну как я на тебя не напрыгнул? Было бы круто, если бы напал. Так, давайте сюда сходим, я знаю, что... Так, 40 минут спустя я хоть убью кого-нибудь? Вот вообще прикол, если никого не смогу убить. Да ладно, я поддавался вам, сейчас буду играть на всю силу. Дима, у меня... Дима, я растишку выпил с энергии, которая энергетическая, я очень быстрый. Да? Да. Насколько знаю, что когда уже будет 2 хэдкраба, будет намного проще. Ну и на карте не так уж много игроков, как хотелось бы. Так, надо же на кого-то напрыгнуть. Вы чё наделали? Вы тут лавочками загородились. А чё, так можно? Чё, так можно, Дим? Да ты, смотри. Так. Смотрите, профессиональный прыжок. Куёко, он там. Давай, иди сюда. Кончены. Покинщет. Беги, Куёко! Беги! Да я что, не убил? Да что ж ты за тварь такая? Да хорош, так тебя физганом нельзя пользоваться, это нечестно. Да нельзя физганом пользоваться, ты использовал читы. Так, подождите, надо, знаешь, что сделать? Надо вот так карту обнулить. Потому что вы понастраивали всякие кабаки, а по правилам моих правил это не по правилам. Дима, у тебя, они у тебя неправильные правила. А нормально, у меня правила. Так, давайте без физганов, потому что это по-читерски. Если я буду с физганами играть, вы меня никогда не выиграете вообще. Все, пройди. А я с монтировкой играю. Я помню, всю серию тут просидел когда-то давно. Блин, ну мне надо кого-то уже убить, пора уже убивать. Пацаны, давайте ерундой заниматься не будете, давайте. Идите сюда. Ой-ой-ой. Куёко! Да Куёко! Не стоп меня, Пика! Беги, Пика! Не стоп меня! Отлично! Все калитки закрываем в хате. О. Пика, давай без пробела! Дима, что? Так не можешь попасть, а ты... Ну, ты что, вообще издеваешься? Ты с пробелом прыгаешь еще. Вообще, читер. Ты очень быстро. Блин, раньше я лучше играл за хэдкраба, что-то я уже постарел. Сегодня у нас, ребята, давно пожилой хэдкраб. Старый пердун. Дима давно не снимал. Да не, обычно играет больше людей. Когда больше людей, легче поймать. Мало людей сегодня играет с нами.
Мужики, Дима, зачем вы столпились вокруг меня? Мы тут втроем встали и бьем пика. Все, вижу Куёка. Куёка, я бегу за тобой. Беги! Бегу, бегу за вами всеми. А ну иди сюда. Смерть за вами бежит. Ну что, Куёка, я уже за дитя прям близко бегу, близко. Что, обалдел? Ну что, где-то тут должен кого-то встретить и прыгнуть на бошку уже. Проходной самый туннель. Самый проходной туннель. Я тебя... Из всей карты. Я позвал своего кента. Братишку, мужики, это старший брат. Идите. Давайте смотрим, мужики, сможете ли вы убежать от чужого. Блин, ну он настолько быстрый, куда там тому хэдкрабу-засранцу. Смотрите, он карты могу одним прыжком. Приближаюсь к жертве. Слышу запах говна. Иди сюда, ты от меня не скроешься. Вот это прыжок. Я сейчас буду впервые от тебя бежать. Все. Считаем 10 секунд. Дима, я тебя, нет, я вселюсь. Стану большим. Я бегу за пик. 5 секунд осталось. 5 секунд. А я могу себя убить? Ну ты не успеваешь, потому что все. Гранатой бей себя, мужик. Ты не успел. Ты не успел. А, может, и успел, потому что я умер. Хорошо, будем считать, что ты успел. Потому что я должен был стать хэдкрабом, но не стал. Ой, чужим. Короче, я могу... Ох, ты прям в бошку поцеловался с Бонни, нифига. Поцелуй. А, я не смогу запрыгнуть на этого челепиздрика. А, смогу. Кто? Кто это сделал? Так. Хорошо. Не буду сейчас ничего никому говорить, на крысу буду. Я услышал, он в кого-то цепился. Я нажал R вместе с тобой, ты просто опередил меня на доли секунды. На улице нельзя. Ну если 5 секунд не прошло, смысл? Прошло, типа, прошло. Если это 10 прошло? Секунд, не сесть тебе первый разом. Что ты обалдел? Да все нормально, ну что ты сышь? Что нормально? Нормально. Куёка, ну это твоя судьба, ты должен был стать частью моей семьи. Все, ты стал. Ты готов мочить пацанов? Всё, давай. Где это находит? Как находит? Не знаю, не знаю. Ой, а можем мы его в ответку мочить? Да, я давайте, можете считаю. Оружку использовать, будет веселее. Так, мужики. Так, сейчас я буду, короче, вас тут подлавливать. О, от щенков. Вижу жертву аборта. А зачем ты взял базуку? Ты ее использовать не умеешь. Тебе в школе учили, как использовать базуку? А тебя мочить можно, Дима? Конечно, мочите. Можете мощным оружием, самым мощным мочить. Я мощный. Да. Ты правильно, это был Куёка, я знал, что ты мочите его, да. О, привет. Я тебя сожрал. Отлично. А мы потом берем этих, да? Да, все чужими. Сейчас будет один оставшийся выживший. Или все уже стали чужими? Вот говно в полете. Куда ты лезешь? Слышу, слышу, слышу. Вы говно! Ой, а где они? Подскажи, Куёк, где они? Где? А я уже не все, я О, нет, нет! Отлично, чебуздаврик. Иди а, сюда. Пика, за что? Отличненько, Пика. Что, я всех сожрал? Еще одного вижу. Это тупик. Балди не знает свою школу. Боже, я как конченый. Ой, извини, обстоятельства, жру всех. Фу, ты был невкусным куском говна. Так. Че, пацаны, всех мы убили или нет? Ты задрал. А что за кусок? А, этот краб. Все, пацаны, давайте битва. Все играют за чужого, только каждый сам за себя. Готовы? Хорош, хорош, Дима, только я не знаю, где эти чужие. Это в филпаках, второй пак. Я нашел. Ну что, 3, 2, 1, 0. Начали. Кто проигрывает, больше не участвует. Отлично, я все вижу. Я вот так могу просто встать и всех хавать. Так, Пика умер. Куёка тоже не участвует. Нас осталось трое. Нас четверо осталось. Я сейчас сзади убил Куёка. Даже не запнул. Ладно, а я... Ой, я застрял. Я могу видеть, да?
Ну что, пацаны, где вы? О, я сейчас вылезу и всех болгарка распилю. Я же могу вылезти из... А где чужие? А ну, Дима ушел. Я сейчас вылезу, Дима. Сейчас. Давай, вылазь. О, спасибо. Ой. Ну блин, что, кто еще остался? Дима, распили меня болгарка. Я один остался живой? Да. Че, получается, я самый лучший чужой сегодня? Походу. А я второй, на втором месте, да. Ну что, давайте тогда замочите меня все. Замочите. О, давай. Да, давайте, вы все против меня одного. И кто меня убьет, тот будет самым, лучшим игроком в этой серии. Не, послушай, там Дима снова. Не, я это случайно, это нет. Это будет красиво. Ой. Так, ну что, можно вот так просто стоять и мочить их, смотрите. Просто один. Так, я знаю, тут есть... Во. Давай, мочи! Я уже все эти карты выучил. Сейчас будет видно, если кто-то заходит, я его замочу. Дима, так где сейчас там? Я хвост. Магический чай. Давай, ушел. Блин, никого нету. Где чай? Не спрашивай, Дима где-то ползает, не спрашивай. Да, блин, карта маленькая, вы меня что, убить не можете? Дима, куда мы лезем? А ну иди обратно! Все, я понял, ты вонючий читер, как и я. Я знал, что ты придурок, все, давай, пока. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Я убил магического чая. А, просрала. А нет. Ай! Сейчас.